Алло, да? Я себя тоже. Так, сейчас мы это будем выяснять. Самое интересное, да, слышат ли нас слушатели, да? Сейчас у нас поколдует немножко звукорежиссер. Так, все хорошо, отлично, мы снова в эфире. Николай Голиков, Светлана Занько. Это «Разворот со слушателями», а значит, вы можете звонить по телефону 211-101. 211-101. Смотри, что пьешь. Вятские аграрии топят за молоко. И мы в «Развороте на бизнес» в первом часе обсуждали идею возникновения проектов по пропаганде потребления молочных напитков. И вот сейчас мы специально делаем такой формат, чтобы вы могли, слушатели, подключиться по телефону 211-101 и свои мысли по этому поводу высказали. Причем на разную тему. Да, в частности, не на разную тему, но в частности разговор шел о том, как именно внедрять в школьное меню здоровые молочные продукты. Но вот пока мы говорили... Это первое. Это было давай первое. Еще предоставим такую возможность. Как часто вы дома потребляете молочные продукты и что определяет ваш выбор? Совершенно можем верно. Можем спросить. Да. Просто вот мы когда говорили обо всем этом, ну вот смотрите, мы говорим о том, чтобы молодое именно поколение приобщить вот к культуре потребления молока как здорового продукта. Но ведь мы прекрасно понимаем, что молодежь, она очень в этом плане разборчива. Вот сколько ей не говори, что нельзя переходить улицу на красный свет, она все равно будет переходить, потому что, скажем, она видела в клипе, что там какая-то звезда вот прошла по этому делу. У них очень важно это понятие тренда, моды, чего-то еще. И очень активно производители как раз тех продуктов, которые мы называем химическими, нездоровыми, они очень активно работают именно на молодежном рекламном рынке. Соответственно, чтобы вот внедрить это понятие у них о правильном питании, ведь без этого не обойтись. Но мы и ставим задачу. Да, подождите, мы должны напомнить, кто у нас в студии. Да. Вот это, Любовь Михайловна уже заговорила, Любовь Гусева, директор компании «Литон», Наталья Иговкина, «Сельский дом». Да, Любовь Михайловна, да. Это одна из задач объединения игроков отрасли, чтобы потребление молока было... не только полезно, да, эта информация доносит, но и модно, как бы модно, да. Ну, как да, сейчас, в тренде, стильно, молодежно. Модно, да, молодежно. Поэтому мы будем прикладывать все усилия, чтобы это было именно так. Если мы будем сравнивать то, как подаются молочные продукты нашими производителями, и, например, то, как передается в передовых странах, о которых вы уже говорили, там, да, в Южной Корее, есть разница? Я думаю, что есть парадокс. Я вот вчера вспоминала пример. Где бы я ни была, конечно, я изучаю полки, и если сравнить полку, допустим, там где-нибудь в Брюсселе, там 20 метров, и достаточно понятная упаковка, очень мало такой кричащей, и если взять маленький мини-маркет где-нибудь на Тверской, то я насчитала там порядка 36 видов упаковки. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы не вкладываемся в продукт, вкладываемся в упаковку. Мы пытаемся втюхать потребителю красивую оберточку. А совместить голосую... это и делать красивые оберточки для полезных продуктов? Да, это как бы важно, нужно, но давайте про экономику не занимать, ну, не забывать, потому что у нас 5-й год падает потребительский спрос, и я считаю, что это одна из основ как бы падения потребления молока, потому что люди выбирают, как бы что, где источник белка, в мясе или в молоке, допустим, как вариант. Потом есть у нас такой конкурент, как молоко, это не молоко, да, растительного происхождения. Да. Это тоже сливки растительного происхождения, отрицать. Когда я впервые почитал, у меня наступил когнитивный диссонанс. Я никак не мог понять, как могут быть сливки растительного происхождения. Да, это... Тем не менее, есть так, как бы это так, молоко не молоко, это же тоже маркетинговый ход, правильно? Это на самом деле, это как культура потребления, молоко сейчас уже. И это тоже нужно об этом говорить и разъяснять. Поэтому очень бы хотелось именно на это нацелить, чтобы был спрос на молоко, как культура и как мода. Сами производители к этому готовы? Производители, которые продают молоко, производители упаковки, дизайнерское сообщество готовы у нас, например, в Кировской области к такой упаковке? Просто поработать в этом направлении. Угу. Я думаю, как всегда, все гениально просто. Мы сейчас идем в сложность, а мне кажется, нужно упроститься. И такой тренд есть, как осознанное питание, так и упаковка, она подстраивается как бы там, где мало текста. Вы же не читаете этикетку, и там невозможно прочитать. Но если будет крупным написано состав, и там кроме молока ничего нет, я думаю, что это будет привлекательнее. То есть уйти от мелкого шрифта, перейти к более крупному, да, и убрать какие-то оформительские элементы, скажем так, да, мешающие понять все это, да? Да, я за это, за экологичность во всех ее
проявлениях. Мы сейчас видим, что некоторые розничные сети, в частности, вот наша розничная сеть «Глобус», они прямо целый проект запустили «Здоровая полка», и у них несколько стендов, которые собирают здоровые продукты, и ты определенно можешь к ним подойти и выбрать уже конкретно то, что считает здоровым продуктом. Там специалисты розничной сети сами их оценивают, отбирают, сертификацию смотрят и прочее. Я заметила вот какой тренд. Очень многие к полкам подходят, но у них есть ощущение, что эти продукты дороже, чем то, что они видят там на других полках, например. Да, то есть вот продукты здорового питания выглядят более дорогими. Это проблема? Ну, это, наверное, проблема, но она решаемая проблема. Это все информация. Когда мне хотелось бы там иметь клиента, он говорит, ваша упаковка дорогая, то я открываю себестоимость. Вот и все. То есть человек видит, за что он готов платить, за что не готов платить. А упаковка для молочного продукта, если мы говорим о качественном продукте, да, она должна быть какой-то особенной? В чем разница упаковки? Ну, если мы говорили вот уже за кадром о больших сроках, да, хранения, то там люди вкладываются в упаковку. Если это быстрого срока хранения, то в упаковку вкладываться особо не нужно, потому что это крен на все-таки на продукт. Угу. Поэтому я думаю, что все может быть в гармонии. Давайте мы перейдем к тем мероприятиям, которые вы обсуждаете сейчас и хотите заложить в ваш проект. А мы говорим о проекте, который объединяет кировских молочников для пропаганды потребления молочных продуктов. В частности, одним из таких вот якорных мероприятий, как это называется, является автопробег «Дорогу молоку». Уже 8-й автопробег «Дорогу молоку» пройдет в Российской Федерации в этом году. И впервые за все время существования проекта стартует он из Кировской области. Расскажите, пожалуйста, поподробнее про этот проект. Автопробег «Дорога молоко» состоится в августе, и он, конечно, больше направлен на участников рынка молочного, да, потому что это внутри. Формат его проведения таков, что стартует это, кстати, из Кировской области, потом они уезжают в Удмуртию, и заканчивается автопробег в Башкирии. То есть порядка 50 экипажей, 200 человек из отрасли переезжают с комбината на комбинат, там происходят какие-то мероприятия, освещение в СМИ и какие-то акции. А сами экипажи, это что? Это какие-то легковые машины или красивые молоковозы оформленные, чтобы люди это видели? Это легковые машины, легковые, как да? правило, это было... Но они как-то оформлены, чтобы конечно, было видно, что автопробег конечно. Идет, да? Конечно, это флаги, это различные наклейки, там есть конкурс на лучше оформленную машину и все прочее. То есть это больше участники рынка. Ну и в машинах участники рынка и двигаются они тоже к своим коллегам, да? Да. Но помимо этого у нас еще запланировано, то есть 1 июня это день ребенка, день да, но детей, день да. защиты детей, но также это и Международный день молока. В этом году это движение поддерживает Кировский молочный комбинат, они делают праздник, но вот мы посмотрим, как это все закрепить, чтобы 1 июня также праздновался как и день. Международный день молока. То есть вы хотите, чтобы молочники эти два праздника, объединились они, в общем, сочетаются. Конечно, день молока – это хорошее сочетание. Да, в этом году немножечко интересы разошлись, потому что агрофирма «Дороничи» планирует в сентябре очень большой праздник, и это у них тоже не первый уже опыт у них. А почему разошлись? Будет больше праздников? Конечно, будет больше праздников. Ничего плохого в этом нет. Хороших, да. Я только за, но в этом году вот так. То есть все равно какая-то... Пока еще клином не летят. Да, пока еще клином не летят. Кстати говоря, закладывается в идею автопробега «Дорога молока» очень серьезные цели как для производителей, так и для других участников рынка, и потребителей в том числе. Объединение отрасли, то, о чем вы говорили, обмен опытом, что тоже очень важно, исследование новых регионов. Ну вот смотри, заехали в Кировскую область, Коль. Исследовать будет наш регион, который стремится к производству 1 миллиона литров. Кировская область всегда была молочным регионом. Это не новый совершенно регион на этом рынке. Это один из лидеров всегда был, по-моему, насколько я себя помню. Да, это так. Входит в десятку. И как раз автопробег по лидерам, то есть это Кировская область, Удмуртия да, и Башкирия. Популяризация молока и молочных продуктов, когда приедут вот эти экипажи, очень будет интересно собраться и изучить этот опыт тоже, конечно. Участниками станут производители молока, представители хозяйств, перерабатывающие предприятия, представители федеральной и региональной власти, компании, предлагающие решения для производителей и переработчиков молока, федеральные и региональные СМИ. А вы-то хотите, чтобы в итоге был в Кирове праздник, где участниками станут все горожане абсолютно. Ну да, такая идея и есть, она сейчас в проработке, поэтому мы ждем большой молочный праздник от правительства Кировской области, города.
Если такая поддержка будет, я думаю, что все состоится. Вот давно мы отошли, Коль, от ярмарок там, да, так и не придя к какому-то цивилизованному формату. А представь большой молочный праздник на площади с производителями, с продуктами, с дегустацией и прочее. Это было бы прекрасное совершенно решение. Просто я не очень понял, когда ты говоришь, что мы не пришли к цивилизованному формату. Я никогда не считал, что вот уличная торговля – это не цивилизованный формат. И мне кажется, наоборот, хорошо, когда очень много... Уличную торговлю, но то, как она выглядела у нас на площади. Она выглядела нормально в советское время, когда на площади стоял человек, разливал молоко, да, произведенное его же собственной коровой. Я подходил, покупал его, знал этого человека. Меня посылали, говорили, вот иди именно к этому дяденьке, да, то есть я недалеко от рынка жил. Я приносил это молоко в этой 3-литровой банке домой, оно было хорошее, вкусное, я человек деревенский, я знаю, что это такое. Сейчас почему сошли не цивилизованной торговлей? Говорят, что человек может от этого там погибнуть, умереть. Ну, мы-то все выжили, слава богу, и выжили здоровы. Ты прямо повторяешь слова нашего губернатора Игоря Владимировича Васильева, он тоже на это все время ссылается. Нет, ну, это нормальный совершенно опыт, он есть во всех странах. Извините, в Англии молочники привозят тебе молоко, оно не упаковано, оно разлито, понимаешь? И никакие Роспотребнадзоры за ним следом не бегут и не проверяют, там, где они что нарушили. Это еще один очень серьезный, да, отдельный вопрос. И здесь... это веками происходит, и люди там живут, и никто от этого не умирает. Вот нормально и здорово. Ты просыпаешься, у тебя на кличке стоит там твоя свежая молока, бутылка. Свежая, да. Бутылка, да. 201-101 – это разворот со слушателями. А потребляете ли вы молоко? В каком количестве? Какие молочные продукты выбираете? И что надо сделать, чтобы наши дети, подростки и молодежь потребляли полезные молочные продукты, на ваш взгляд? Что нужно сделать? Ввести в обязательном порядке в школьное меню. Молочникам по каким-то, я не знаю, специальным акциям его предлагать. Популяризировать через телевизор, через молодежных исполнителей, может быть, целый сериал про молоко снять. Как вы считаете, что нужно сделать 201-101? И нужно ли вообще это делать, на ваш взгляд? Или так все в порядке? Сейчас прервемся на полминуты. Итак, у нас в гостях Наталья Яговкина, директор сельского дома, и Любовь Гусева, директор компании «Литон». Мы говорим о том, будем ли мы пить больше молока, станут ли наши дети употреблять молочные продукты в большем количестве, что для этого нужно сделать, нужно ли для этого что-то делать. Вот сейчас этим вопросом озаботились и производители, и представители власти, и родительского сообщества. 201-101 – это разворот со слушателями. Мы предлагаем вам поучаствовать в нашей дискуссии. Как вы считаете, вот оцените свой рацион, вы... сколько пьете молока? Или какие молочные продукты вы выбираете? Пьют ли ваши дети? И что можно сделать для того, чтобы школьники, например, там, да, это молоко или молочные продукты употребляли? Ваш рецепт 211-101. Ну вот мы здесь, кстати говоря, с Николаем посмотрели перед эфиром лучшую рекламу молочных продуктов. Топ-10 есть такой рекламы молока. И видим совершенно удивительные истории. Например, молоко со вкусом бананов. Там гориллы поднимают на своих лапах корову, корова тянется за бананами. Это что-то смешное и очень интересное. Ну, это запоминается, по крайней мере. Да? Человек запоминает, если он увидит молоко со вкусом банана, он вспомнит вот прекрасную добрую картинку и возьмет его. Другой вопрос уже, откуда там этот вкус банана возьмется в этом молоке. Очень важная реклама, которая отвечает на вопрос тех родителей, которые, например, у которых дети с непереносимостью лактозы. Есть специальная реклама, которая показывает, что есть молочные продукты, да, которые эти дети могут употреблять. Молоко для молодежи. Я вижу рок-исполнителя, который весь как одна большая там волна молока. А зубы, там, стаканы молока сложены в такие, да, в 32 зуба. Я вижу исполнителя роли Рона Уизли под надписью «White Magic», «Белая магия» с такими усиками из молока в Британии. Евросоюзе, значок Евросоюза популяризирует молоко. И различные другие интересные креативные истории. Вспоминая то, что на наших упаковках нарисовано, я не могу сказать, что на наших полках присутствует чистый молочный продукт, вот полезный, о котором мы сегодня говорим, с какой-то креативной рекламой, рассчитанной конкретно на молодежь. Есть такая проблема? Такая проблема есть. К сожалению, да, не дорабатывают наши маркетологи, не дорабатывают наши дизайнеры. Ну, может быть, просто перед ними не стояла такая задача. А вот знаете почему? Потому что они думают, что мы будем рассчитывать на взрослую аудиторию, потому что они покупают продукты для дома, а они купят то, что вот, ну, как бы к чему привыкли. Но детская – это рука.
она к чему тянется? И разве не детская рука диктует, что покупать в итоге? И во-вторых, Свет, мы с тобой прекрасно понимаем, куда наши с тобой дети после школы успевают забежать. Они успевают забежать на сэкономленные свои пятачки в соседний магазинчик. И по большому счету, вот те пятачки, которые у них есть, они как раз вот молочная продукция, она, по идее, доступна на эти деньги, да? Но они пойдут в другой полочке, потому что там веселее и смешнее. Газировка и чипсы. Газировка, чипсы. Я хочу привести пример положительного опыта. Это Кировский молочный комбинат, который сейчас сделал музей, и дети там по записи намного времени вперед записаны группы, где они показывают, как это все происходит. Поэтому популяризация у детей, она есть. И Кировская молочная компания, которая возит к себе на завод на экскурсию детей. Это правильная история. Да, правильная история, попытки есть. Но таких историй просто должно быть больше. Конечно, безусловно. Вспомните, когда возник музей мороженого со всеми атрибутами, которые там есть внутри. Это тоже история про то, что мороженое, молоко, продукт, да, потребляется. Молока. Да, но это. Но опять же, вот как вы рассказали про Корею, да, вот я просто завидую, потому что вот здесь для детей экскурсия. Ну, на молочном комбинате вообще классный музей, конечно, очень. Но вот то, чтобы это было настоящим приключением, знаешь, вот как у нас ходят в Юркин парк, вот чтобы ходили куда-то вот этот молочный какой-то парк. Со смыслами, да. Со смыслами, вот с этой игрой. Позитивно будет сказываться. И когда-то вот я просто хочу в этом желудке побывать. Слушайте, я ради этого в Корею поеду, да? Если мы задумаемся сейчас об этом, то это перспектива, потому что мы спросили, сколько обошлось заводу эти игрушки, миллион евро. Ну, нормально. Поэтому нужно сначала заработать. Я думаю, что у нас все начинается с первого шага. Да, я просто впервые ничего об этом подобного. Услышал. Я и тогда, ничего это подобного. Сейчас предложение, жалко, что с нами нет Игоря Васильева, это сейчас предложение в Кировской области. Если мы говорим о том, что Кировская область собирается стать столицей практически молочной там, да, Российской Федерации, мы в лидеры выбиваемся, то помимо кванториумов, может быть, открывать тогда еще и какие-то такие вот истории, которые рассказывала типа, нам. Да, типа вот именно Любовь молочного Михайловна. Парка развлечений, где, понимаете, вот совмещалось бы именно и удовольствие, радость, веселье, и вот эти знания, потому что вот на самом деле вот эта история с бактериями из желудка, но вот сколько нам не объясняй, мы этого не поймем, пока не увидим сами, да? Согласна. Как это происходит? Взрослые директора молочных заводов были просто в восторге от этого. Это самое большое впечатление от Кореи. Ну, мне кажется, что если молочники Кировской области соберутся этой идеей и проникнутся, они найдут этот миллион. И миллион евро, да. Я думаю, если миллион тонн будет, то и миллион евро найдется. Хорошая история. Пускай это предложение прозвучит через наш эфир и заставит задумываться всех, кто может поучаствовать в этом процессе. Ну, вот Наталья Юрьевна тут в перерыве как раз говорила, что, думаю, надо начинать с семьи. Конечно, семья – это, понятно, основа, ячейка нашего общества. Как относятся взрослые к своим детям, к воспитанию детей, к чему они приучают, как кушать, что на столе – это все, конечно, из семьи. Семья – главное. Поэтому я считаю, что, дорогие товарищи взрослые, ну уж не такие взрослые, может быть, 20-25 лет, молодые родители, пожалуйста, обратите внимание, что кушает ваш ребенок. У меня сегодня такой день, я просто вас призываю. Будут дети ваши здоровы и счастливы, если они выпьют на ночь стакан теплого молока, съедят хорошее мороженое или кусок сыра. Пожалуйста, начинайте с семьи, закладывайте, так сказать, эти основные продукты в свой рацион. Это принесет вам и удовольствие, и принесет здоровье вашей семье. Что вы думаете по этому поводу, родители? 211-101, есть возможность поучаствовать в нашем разговоре. Ну, это ведь еще один, наверное, канал вот распространения этой информации о молоке, это вот через школьный учебный звень, через родительское сообщество. Вы думаете в этом направлении как-то вот тоже продвигать идеи через школьников и через их родителей? Я поддержу Наталью Юрьевну с призывом к родителям, но как бы запланировано сейчас наши коллеги, директор Вятка Биопрома Ольга Юрьевна как раз занимается тем, что составляет, разрабатывает, смотрим, кто еще может включиться, медакадемия, допустим, в программу по популяризации молока через школы и детские сады. Поэтому, может быть, к сентябрю это как-то сверстается и будет понятно формат
этого информационного канала. Потому что вот те же правила дорожного движения, ведь ГИБДД очень активно работает в школах, проводят для них игры, проводят уроки, рассказывают об этих простых правилах, да? Но ведь это, в принципе, сходные вещи, правила хорошего, правильного питания, здорового питания, правила дорожного движения, все нацелено на здоровье и на рост детей, да? То есть надо, конверсант, также точно проникать в это сообщество, да? Вот проводить какие-то уроки, какие-то занятия, может быть. Вот мы такие попытки делаем. В интересной или какой-то форме, чтобы это запоминалось. А ребенок придет домой, и мама уже потеребит, скажет, мама, вот... Да. Я хочу, мне сегодня рассказали, мне это интересно, я хочу попробовать. Надо сказать, что Вятка Биопром, Ольга Юрьевна Носкова, она, вот они достигли, я считаю, очень, очень серьезного уровня, потому что и сам-то продукт, вот я сейчас не рекламирую, а свое собственное, рассказываю ощущение, там, я его часто покупаю, потому что мне нравится консистенция, вкус, и заложены туда медицинские, можно сказать, там, параметры. Но вы правы совершенно, производители кировской продукции, есть из чего выбрать и уместно. Слава богу, выбор большой. Да, нам повезло. Потому что и вятушку там, да, и чепецкие какие-то вещи, это все можно посмотреть. Да, у нас много и в районах делают очень интересных продуктов. И снова отсылка идет к финской школе, в которой мы побывали, в столовой, в которой мы ели. С удовольствием говорил директор и мэр этого муниципалитета о том, что все продукты, которые на столе вот сейчас находятся здесь, это продукты местных изготовителей. Они говорили, что ягоды, которые вот в этом джеме, в этом киселе, это наши сборщики, в наших лесах собрали. Мясо, которое вы едите, это наше, вот тут у них олени, не корова, там, а это наши олени, вот наша картошка, молоко. С очень серьезными лицами они об этом говорили, потому что нужно, чтобы дети понимали, во-первых, а, что у нас производится, б, это поддержка местного производителя вот такими способами, это даже непререкаемая какая-то история. У них, собственно говоря, на всем это сказывается, не только на питании. У них в кабинетах труда стоят, кроме современных швейных машинок, ткацкие станки для традиционного ткачества. Если это кабинет, где находится техника, большие станки, то это все станки, предоставленные местными предприятиями, деревообрабатывающими, например, там, да, чтобы ребята с самого начала и потребляли, и работали там, на тех станках и в том направлении, которое развивается в муниципалитете и в стране. Даже визитки, которые мне дали мэр и директор школы, они были деревянные, потому что они лидеры по деревянному домостроению, например. И эта история ни у кого не вызывает никакого смущения. Мы очень часто спорим. Вот это тоже один из вопросов про местных, не местных производителей, лоббировать или не лоббировать. Там вопрос не стоит, потому что вся экономика муниципалитета складывается из того, что там производится, собирается и готовится. В усиление вашего примера могу привести пример Беларуси. Если посмотреть полку белорусскую, то сначала магазины обязаны закупить весь ассортимент продукции, который произвели белорусы, и на оставшуюся полку поставить тех производителей, которые извне. Я не говорю, что это какая-то правильная маркетинговая стратегия. Конечно, бренд силен тогда, когда он продает везде, но тем не менее, как какая-то временная мера или поддержка, чтобы как бы поддержать местных производителей, я думаю, имеет место быть. Мне кажется, формулировку надо сменить. Это не поддержка местного производителя. Это поддержка населения. Местного сообщества. Согласна. Конечно, потому что местный производитель платит налоги на месте, обеспечивает тебя рабочими местами. И если вы говорите о том, чтобы дети остались в регионе, так об этом нужно прежде всего задуматься. Где в регионе? Если они едят эту еду здесь созданную, работают на этих станках, знакомятся с предприятиями, своих отцов, матерей и так далее, вот ну тогда они, может быть, останутся, а не совсем по другим там причинам каким-то. Логика совершенно простая, но почему-то она у нас до сих пор вот сломанная какая-то. Почему-то говорят, что должна быть там вот обязательно там конкуренция абсолютная, там, и все должны иметь доступ. Хорошо, но тогда давайте посмотрим, как наполняется наш бюджет и куда уезжают наши дети после этого. Но это мое мнение особое, которое я сейчас высказала в этом эфире. У вас, слушатели, может быть другое мнение. 211-101. После короткого перерыва вы можете позвонить и поучаствовать в нашем разговоре. Наталья Яговкина, «Сельский дом» и Любовь Гусева, компания «Литон». Здесь у нас сегодня в студии. Мы 2 часа разговариваем. В развороте на бизнес взяли бизнесовые темы. Сейчас разворот со слушателями. Мы хотим с вами поговорить. Есть у нас еще 13 минут. 211-101. Не так молоко интересует людей, как Сталин. Хотя в сталинские времена, мне кажется, молока-то пили достаточно. Я не жил в сталинские времена. Да, смотри, я тоже, на меня. Я не знаю. Я при Хрущеве родился, так что не могу ничего сказать.
Но вот к разговору о том, что ты сказала вот насчет протекционизма определенного по отношению к местным производителям. Дело в том, что вот что касается молока, мне кажется, здесь вот этот вопрос очень простой, так как конкуренция предполагает в том числе качественную, да, качественное соревнование, и наши производители, вот это уже как бы подтверждено многолетними исследованиями, это очень качественные производители, то если поставить именно вопрос качества, вот не вопрос дешевизны, как мы говорили, да, в первом части, а вопрос качества во главу вот угла, особенно что касается произведения закупок для социальных учреждений, для больниц, для школ, для детских садов, именно поставить вопросы качества во главу угла, да, то защищать вятских производителей не придется, потому что они, безусловно, да, они как бы войдут в этот рацион, войдут в это меню. То есть это вопрос, который решаем без всякого ущемления конкуренции. Единственное, что, вот, как я всегда говорю, что, вот, к сожалению, этот федеральный закон, он распространяется полностью на все муниципальные учреждения, и в том числе на вот социальные, где это неприменимо. Вот интересно все-таки, как Ульяновск к этому подошел. Они смогли сформировать это меню в рамках действующего закона. Просто техническое задание, которое они составляли на основании меню, которое вместе с учеными разрабатывали, оно и после этого проработка каждого производителя в соответствии с требованиями этого меню уже на этом этапе отсекло производителей, которые, ну, не соответствуют просто по параметрам их продукции, тому, что требует от них даже не муниципалитет, а региональная власть. Ну, они просто изначально перевернули эту пирамиду, перевернули кверху дном, поэтому у них это получилось. А у нас изначально уже действует школа, исходя из тех средств, которые у них есть. Угу. Понимаешь? И никакого указания сверху насчет того, что это нужно перевернуть, нет. Поэтому у нас пока не получится. То есть ульяновский опыт можно перенять, но нужно перенимать сверху, получается, так именно. Угу, да, потому что именно это было так. Решение властей. Но, с другой стороны, заметь вот этот тренд, который мы сегодня отмечаем, что производители смежных отраслей озаботились тем, что нужно объединяться и нужно принимать грамотные современные какие-то решения и действия в отношении пропаганды потребления молочных продуктов. Это очень важный момент. Такого раньше не было. Наталья Юрьевна, что случилось еще раз под занавес программы, мы скажем. Все-таки что здесь на первом месте? То, что у нас в стране снижается потребление молока. То, что из-за этого производители теряют доходы. Ну, ситуация, конечно, непростая. Ну, я не могу сказать, что вот мы глобально там теряем рынок молока. Молоко у нас, судя по Кировской области, молочное производство у нас растет. Поэтому консолидация, во-первых, консолидация людей, она всегда хорошо. Это всегда движение вперед, это развитие, это чувство локтя, поддержка. Мы же работаем, понимаете, вот как бы все в одной упряжке. Колхозники, ну не колхозники, ну, сейчас да, сельхозтоваропроизводители. Да? Прекрасное, хорошее слово. Да, хорошее слово, великолепное слово. Да. Они люди, которые работают на земле, которые видят, как рождается этот продукт. Потом они его сохраняют и передают переработке. Вот Любовь Михайловна, она его бережно упакует и донесет до потребителя. Мы с вами должны его правильно принять, съесть и получить от этого большое удовольствие. Я считаю, что, конечно, вятская земля, она рождена для того, чтобы заниматься сельским хозяйством. Ну что у нас еще можно тут производить? Заводы оборонные, да, у нас всегда под вопросом, то не нужны, то не нужны. А человек живет, ему нужно кушать каждый день. Поэтому, да, у нас прекрасная природа, да, совершенно. Прекрасная природа, прочим, у нас знаю, климат, который позволяет. Помните ли вы, наверное, нет уже, но вот в начале 70-х годов, это в советское время, когда город был закрытым, сюда приезжали швейцарские специалисты, изучали травы в Подосиновском районе. Потому что травы в Подосиновском районе по составу соответствуют полностью травам на альпийских лугах. Да. Потому что у нас это посевернее, у них это повыше. И они просто изумлялись, как можно из таких прекрасных трав, к сожалению, делать такой невкусный сыр. Вот. Это было, да. Но возможность у нас просто потенциально это огромная. У нас просто нет культуры производства сыра. Я думаю, что это в перспективе. Это в перспективе мы научимся, я думаю, потому да? что, конечно, если столетиями Италия делает сыры, то понятно, что у них есть технология, у нас ее нет. А у нас зато есть травы. У нас есть травы, у нас прекрасная природа, у нас конечно. Чудесная экология. У нас столько, так много сейчас просто практически незаселенной вот земли, где вообще никто ничего не засоряет. То есть, вот дай бог там, чтобы коровки это съели и сделали вкусное, хорошее молочко, а мы его
так сказать, потребили бы в разном виде. Первая итальянская ласточка у нас уже есть. Я думаю, что в рамках нашего проекта мы тоже разговаривали, будет презентация сыра. В узком кругу она уже произошла. То есть вятка, как это называется, вятка гранд? Или... Ну, как-то так, да. Да, да, пармезан вятский. Поэтому я думаю, что... Это тренд будет. Было бы желание, да? Да, было бы желание, научиться, да, взять можно. Ответственность на себя и что-то начинать делать, и все. Ну, вот, кстати говоря, действительно, возвращаясь там к местным производителям, тот же Ульяновск, о котором мы уже сегодня так много говорили, в результате отсева, в результате исследования продукции и предоставляемых там возможностей по цене, оказалось, что все-таки 80% из всех компаний, которые они исследовали, ясно, что это не все российские компании, ну, не будешь с Дальнего Востока молоко там везти, да, 80% местных производителей соответствовали требованиям, которые ульяновское правительство вместе с учеными и диетологами предъявили. У нас в области Ольга Рысева вот на том мероприятии на круглом столе по детскому питанию, по школьному, которое было, она сказала следующее, что большая часть учреждений, 73% наших муниципальных, государственных муниципальных школ организуют и осуществляют питание самостоятельно, при этом более половины школ используют продукцию только местного производства. Ну, то есть, так или иначе, 50% это продукция только местного производства. Почему очень важно, на самом деле, еще раз подчеркнуть, что этот вопрос нужно поднимать именно сейчас? Потому что вопросы демографии, вопросы заболеваемости, они очень горячие, и надо предпринимать действия для того, чтобы их решать прямо сейчас. Министерство российское, просвещение Российской Федерации вот в данный момент проводит конкурс, в рамках которого планируется сформировать единое меню школьных столов. Я цитирую по нашему правительству, это был такой вот пресс-релиз. И это очень важно, как они его сформируют, что там будет в этом детском питании, в школьном. Что говорит Васильев на все это? Он сказал, что обеспечение школьников полноценным питанием тесно взаимосвязано с демографическими процессами, со здоровьем нации. В школьном рационе не должно быть продуктов непонятного происхождения и качества, то, о чем мы говорили сегодня здесь. Поэтому очень важно вовлекать в этот процесс местных производителей. Уже понимают государственные деятели, об этом говорят, чтобы обеспечить наших детей качественными, свежими продуктами. Мне кажется, что вот в совокупности все, о чем мы сегодня тут говорили, все-таки дает нам понять, что осознанность приходит на всех уровнях. Государственные деятели начали об этом говорить. Производители зашевелились и начали об этом говорить. Не как-то просто зашевелились, объединились. Именно, что очень важно, мне кажется. Вот еще пока такая, не совсем, но уже объединяются. Не совсем это как? Попытка. Первые попытки объединиться. Движение не началось. Совсем они. Да, движение началось. Надо посмотреть в сторону вовлечения родительского сообщества в эти процессы. И детей самих. Действительно, спросить детей самих и включать детей в этот процесс. Да, но идея уже была по поводу открывашки. Я думаю, может, да, все-таки реализуем. Мы в нашем эфире на молочный завод, реализуем, когда дети своим, да, языком расскажут, да, какие классные продукты. Сделаем экскурсию. Кировского. Они знаем. Мы пока не знаем, что они скажут. Наши дети. Мы надеемся, что им понравится. Мы вот и услышим, что они нам в открывашке скажут после того, как они все продегустируют, они посмотрят на процессы производства, потому что, конечно, процессов-то совершенно не знают. Они получают продукт, не понимая вообще, как он, мне кажется, и корова отдаленно уже от этого, отдалена от этого продукта. На самом деле видел, когда детей спрашиваешь, живую-то корову мало кто видел. Если так раньше Наталья они еще Юрьевна, где-то паслись, она, то сейчас наверное, они, может организовать. Они сейчас все уже ушли на фермы, они практически в открытом, на открытом грунте не пасутся. Они не пасутся, они не гуляют, мы не видим животных. Они все стоят в частном секторе, очень мало осталось. В частном фактически не держат коров. Да. А вообще у животных мало осталось, очень, поэтому, к сожалению. Поэтому, да, надо, можно подумать, и, в принципе, приезжают группы. Вот мне очень нравится позиция СПК, запуталась, нет, это Октябрьский племзавод, у них великолепно, они действительно заботятся, чтобы у них было подрастающее поколение оставалось на земле. У них очень много детей ходят на фермы, они знакомят с работой, ну, они знают, и родители работают. И там, когда приезжаешь в Вечевщину, очень приятная атмосфера. Кумянский район. Кумянский район. Вот, очень приятная атмосфера в Вечевщине. Там и дети, и взрослые, и столовая у них одна, и продукция у них великолепная, и едят они все свое. Вот. Мне кажется, если бы люди задумались, и сельхозтоваропроизводители в своих селах, в своих деревнях, в своих поселках
организовывали свою жизнь так плотно. Дети, взрослые, старики вокруг производства. Я думаю, что и отдача была бы от этого, и люди бы на земле закреплялись, не уезжали никуда. Вот он, финский опыт. Вот один в один, правда же? Только там на уровне государственных решений это производится. Да. А здесь вот на уровне хозяйства, да. Но мне кажется, это вот касается вот районов, районных центров или каких-то вот, ну, центров сельскохозяйственных предприятий. Но что касается городских вот детей, да, городские дети. Ведь на самом деле смешно, да, вот условно говоря, меня в детстве учили доить корову, да. А, и меня. Да, а Мишенька просто живых их не видел уже. Он бы, может, ты тоже с интересом подошел, но где же ее взять? Сын Коля. Да. То есть, да, получается так, что вот они-то выпали немножко из этого процесса. Городские-то ребята, их тоже надо как-то вот вовлекать. Вот, ну, насчет того же музея мы поговорили. Хорошая, да, задача, вот. Надо подумать, как это сделать. Вот. Задумка, чтобы они именно понимали, что молоко-то, вот оно, натуральное, оно ногами ходит и мычит. Что это не просто кто-то там в колбе сделал, да, какую-то химию. А что это вот такое живое существо, как мы, такое же красивое, такое же умное, оно нам это дает? Это общая тенденция, общая такая урбанистическая тенденция, когда люди забывают, собственно, как получаются продукты. И не зря же Европа и Америка сейчас открывают очень популярно вот эти вот грядки на многоэтажках или грядки на приусадебных участках, чтобы люди, они даже не знают, как зелень растет, как она выглядит. А у нас же ликвидировали у школ все приусадебные участки. Вы помните, что мы когда-то на уроках биологии сами все высевали? Равняли, растили, записывали и понимали в итоге, да, что там заложено в этом растении, в этом продукте, что мы едим. Сейчас, конечно, стоя перед полкой, дети видят просто картинки. И набор картинок, собственно говоря, выбирается, а вовсе неосознанное потребление продуктов питания. И к осознанности нужно вернуться, безусловно. Спасибо нашим гостям. Смотри, что пьешь. Вятские аграрии топят за молоко. Я надеюсь, все получится у вас. Спасибо. Мы будем рассказывать о том, как будет складываться вот эта ваша программа, получится ли это объединение, какие вы там дальнейшие действия будете предпринимать, будет ли общегородской молочный праздник, будут ли экскурсии, поймут ли наши дети, откуда берутся молоко и как выбирать правильный продукт. Наталья Яговкина, Любовь Гусева, благодарим вас. Николай Голиков. Светлана Занько. Разворот со слушателями завершен.